Всем привет! Нагулялись, нашлялись, наотмечались. Все, пора начинать работать. Вот. Домик. Идем смотреть. 50% скидка. Good, how are you? Наборчик. Симпатичный, кстати, наборчик. Но шипит тяжело. Так, что у нас тут продается? Ленокс за 225. Классные штуки за 85. Так. Мирин. Джормани. Высоколотый. Депрессия. За 150. 50% скидка. Давайте спальню посмотрим. Вышивка. Радости, потому что все уже подчистили. Лысо. Шикаренькая, конечно, игрушечка. Кораблик. $75, честно говоря. Картофан. Ну, какая мощнючая лампа. Масло, что ли, под стекло? Не могу точно сказать. Кораблик из рогов опять попадается. $55 на 2. Так.
лысенько, лысенько. Ну-ка, тут еще подвал есть. Женщина идет мощная. Мы с ней сейчас не поместимся. Цепляют. И такое вот оно. Ну, по идее, лошадок, наверное, тыкать. Сейчас уже, конечно, лошадок нету. Прикольная штукина. Дрон. Какой прикольный. С камерой. 225. 50% скидка. Но не фонтанисты. Прикольная. Второй, кстати, прикольная тоже. Смотрите, какая. Ух ты. С рисунком. Классно. 90. 50 скидка. Вот здесь, кстати, масло. Вот такое. Промышленных масштабов. Ух ты, классный. Старинный микроскоп. $175. А что так? Вышивка. Музыка, блин, играет. Опять YouTube будет на меня злиться. Интересно, смотрите, какая прикольная штукина. Пластмаска. Вот так вешается, оказывается. Кажется. Прикольно. Вот это интересно, конечно. Такой микроскоп со скидочкой в 50%. Он на любителя. Ждать придется этого любителя. Мне надо за университет платить. За следующий семестр, поэтому ждать я ничего не могу. Кто это? Made in USA. Ну, какая? Какой?
Маркированы. Так, я понимаю, что это здесь, потому что не самого лучшего качества. Иногда что-то приличное в таких заколках встречается. Мужики роются. У них тут всякие инструментики. Так, я, по-моему, все облазила. Это было быстро. Thank you. We're ready to leave here. Yeah, come on in. Do you want to carry these? Разобрали уже все интересные статуэтки. Цены на кантри почему-то нет. Только особо мужчину вижу. Стояла целый час, мерзла на улице. И ни черта нету. Что такое? Это кто у нас? Тоже никто. Вот что-то интересное. Не ручная роспись. You made it in, huh? Yeah. Still alive.
you. It's just cold. I know. Sorry, I'm gonna have to stand out there for something. That's okay. We need a little bit fresh air. It's such a small house. It's just really small. Такие лампы, конечно, но маркировки нету. $30. Fish, please. This one? Thank you. You're welcome. Queen of France. Это, конечно, здорово. За $30. Кто это? Так, это у нас кто? И сколько стоит? Какие-то неадекватные. Это вот фигня старенькая. Сколько стоит? 12 и 12. Еще склеенная. Склеенная. Вот это что? Китайская мадам. Прикольно. $10.
Sweden. Тут единственное, это, конечно, не Мейсон. Это все еще немцы. Так. Лампы шикарные, но их, конечно, отправлять будет тяжело. Мексика. Так, все какое-то недорогое. England, Staffordshire. Это не ручная роспись. Забыла снять подвал. Снимаем подвал тоже. Ну, птички. Ничего такие. Качество, конечно, не фонтан. Боже, тяжелая и потертая. $25. Ничего, лошадка. Так, лампа. Слышь, Дэмир. Лампу мы возьмем. Тут тоже неплохая. Здорово. Нафиг. О, какой. Какая лампа крутая. Ну, блин, ее же ручная роспись. Где вот эту лампу, видите? Какая она роскошная. $40. Блин, еще дороговато. Какая хорошая. Блин, ее с дури шипит, наверное, да?
грязный, правда. Ну, хрусталь. Продавец пионеров. Немножко too much. Куклы, шмуклы. Какая-то старая. Керамическая. Но я, честно говоря, опять ничего у них не понимаю. Что керамическая, может, и хорошая. Вполне видно, да? Какой ребенок? На $8. Весы, кстати, прикольные. $8. No, I was just looking at it. Oh, какая антилопа. Oh, I'm sure it is. Хвойная. Странно, к ней подойду. $10 антилопа. Похоже на рожки. Ну и что? That you saw in pictures or just things no, that you're seeing as you're seeing, yeah. You've been framed? Yeah. No. You got with a warning this morning. Oh, she got caught. Yeah. Что за лампа? Hey, Tillman. Good for you. That was kind of cool. That's where we bought it. From an estate sale. So get out of my way. I'm not a bitch. Oh, my любимые картинки. Только это не ручная. Это роспись. Видно вам их, да? Это не ручная роспись. Это кто у нас? Тоже Джапен? Тоже Джапен. Смотрите, мексиканское творчество. Ладра, кстати, $3. Which will be the 28th.
здесь? Что именно надо пить тут? Такие игрушки. Железный трактор, кстати. Точно сваливаю. Пока-пока.